Борис Мордышев – тренер, известный далеко за пределами Сочи. Он воспитал двух олимпийских чемпионок – Викторию Гурову, участницу трех летних олимпиад, и Викторию Таковую, ныне тренера сборной страны по бобслею. У нового поколения легкоатлетов Сочи такие же многообещающие перспективы. Многие ребята занимают верхние ступени пьедесталов на краевых и всероссийских соревнованиях. Одна из тех, кого тренеры называют перспективной атлеткой – Ольга Погодина. В свои 14 она сильнейшая бегунья в Краснодарском крае. Я в себе вижу перспективу, и не только я, еще и тренера. Но планы пока что в сборную края хочу попасть. Допустим, если ты бежишь в очень сильном забеге, главное то, что ты не пробежишь первый, а ты побьешь сам свой результат. Я много читала про легкую атлетику, прежде чем сюда поступить, что все сосуды начинают более лучше работать, сердце начинает больше прокачивать крови. Что важнее, польза спорта или спортивные высоты, Ольга ответить затрудняется. Но результат забега сказал все за нее. Спортсменка сегодня побила не только свой личный результат, но и рекорд первого юношеского разряда. А это значит, что дальше краевой уровень. Первенство города на этот раз стало отборочным. Сейчас мы будем отбирать самых маленьких 2006-2007 года рождения. Они будут в следующую субботу-воскресенье выступать в Краснодаре на краевых соревнованиях «Шиповка юных». А 10-12 мая сразу два соревнования пройдут в Краснодаре. Это «Спартакиада Кубани» среди юниоров 2000-2001 года рождения и среди старших юношей и девушек 2002-2003 года рождения. Вот сегодня наш смотр легкой атлетики. Программа соревнований традиционная. Участники первенства прыгают в длину, толкают ядро, метают молот, бегают, преодолевают барьеры. И не только легкоатлетические. Этот вид спорта, уверены тренеры, помогает ребятам преодолевать и жизненные барьеры. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.